В Всеволожске на Дне защиты детей, вот сценическая площадка. Организатор, который меня пригласил, хорошая знакомая, только она где-то опаздывает, задерживается. То есть самостоятельно все находить, все отдавать, все. Ну ладно, разберемся. Иду за чемоданами. Моя гримерочка. Многие говорили, что он не настоящий, что его не бывает, что он нарисован и гастролирует, клон какой-то по стране, а он существует, он живет. Нет, ну это временно обитает, пересеклись во все, уж ты прикиньте. Рок-н-ролл, цветы артисту, Павлу Зыкову. Ты на улице или в помещении, скажи мне? Я на улице. На улице, я тоже на улице. Я сегодня буду в образе кролика Македония. Радовать Путина. Публику, крутиться в колесе сира. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. Туби-по-туби. Обруч себе поменьше не нашел? Нет. Я не нашел, не получается. Не успел я на тебя. Не успел? Да. Отфигачил прям рок-н-ролл. Пушка-бомба. То есть вот такой реквизит человеку вкатывать. Ты ж никто двери ж не подержит. От колеса сирил, короче. От колеса сирил. Сейчас специально для тебя прям в фойе покажу. Не надо. Раз ты не видел, здрасте. Пойдем пока. Я верю, я тебе верю. Пойдем. Зачем тебе такой хулахуп? Да, мы все равно разбирать. Пойдем, я покажу больше. Ой. Опа. Специально для вас, кто не видел. Специально для вас, кто не видел, друзья мои, всем хорошего настроения. Кролики – это не только ценный мех. Специально для вас, друзья. С вами был Кролик Македонии. И мой друг Пашка Зыб. А вы достаете с нами? Да, отлично, вкусное мороженое. Куда это вы? Замечательно. Девчонки и мальчишки, раз достало поменьше, куда-то все убежали, мы с вами сейчас на этой большой красивой поляне сделаем круг. Да, попробуем? Лунтик и Скай нам помогут. Делаем, двигаемся дальше. В зону вот там, где травка. Идем, идем, я тоже пойду с вами. Меня зовут Конфетка. Да, приятно познакомиться. А пойдемте прямо на травку. Вот смотрите, здесь поднимается у нас пыль, когда здесь... Да, мама, уже заметили, поднимается пыль, когда здесь прыгаешь. Ну, отстрелялся в своей гримерке тире гардеробная. Ну что, собираюсь. Ты... Все хорошо, все хорошо. Ну все, отработал. С коллегами пересекся, пообщался, гружусь и еду домой. Вот не знаю, уеду, не уеду, тут какой-то транспортный коллапс. Люди ставят машины справа и слева, и не выехать. А надо же проехать, развернуться и уехать. Ой.